Привет, Эд Риборн. Друзья, и недавно мы смотрели ролик Game Вудафака, где он упоминал свой 14-й выпуск ВДФ. Я тогда вам сказал, набираем определенное количество лайков и просмотров, и я сделаю реакцию на этот 14-й выпуск. И офигеть, вы их набрали. Поэтому, как я и обещал, сегодня мы глянем видосик с канала Game Вудафак, который называется «Приколы в играх десантировалось. Смешные моменты в GTA 5». Я на самом деле не смотрел еще ни разу его старых видосов. Начал я его смотреть где-то прошлым летом, примерно год и несколько месяцев я его смотрю, и на старые ролики вообще не натыкался и не смотрел, не доводилось. Но сейчас попробуем, я думаю, мне понравится. И если здесь будет тоже достаточное количество лайков и просмотров, не буду говорить определенное количество, просто если меня устроит, то будем смотреть его старые видосики почаще. Вы можете писать в комментариях, какой выпуск вы хотите увидеть. Ну а теперь давайте посмотрим. Думаю, будет что-то интересненькое. Кстати, сейчас ролики у него идут минимум по 10 минут. А раньше у него видосы были по 5. Интересно, почему? Короче, погнали смотреть. Это какого хрена? Как же... Ага, у него прям с самого начала был этот крик. Окей, хорошо. Жизнь, народ. Я знаю, что вы... Вот голос прям жесть. Сейчас намного лучше он поставлен. Это во-первых. Во-вторых, микрофон тогда был тоже немного, ну, плохой. Не, ну голос прям изменился. Офигеть, сейчас он так классно, блин, озвучивает, мне прям нравится очень. Так. Слегка поехавшие ребятки и любите видео, где кому-нибудь влетает по самое не хочу. Я, кстати, тоже. Так. И именно поэтому первое видео как раз из таких. Ну мы-то любим, когда влетают... Мы-то любим, когда влетают людям из игр, а не простым людям живым. Хорошо, он вот так по яйцам врезал. Вы и так видели, что сейчас произошло, но да. Я зачем-то вам сейчас это перескажу. Итак, машина Давай. Выезжает из переулка, все нормально, и батеньки. И кокушки, а не батеньки. Что ж за беспредел? Он сбил знак. Да, шуткую я. Не знаю, заметили вы или нет. Но если приглядеться, то можно увидеть, как чуваку прилетает пожарным краном прямо по щам. По щам, я думал, по яйкам. Не, мы не заметили, это же так незаметно. А мне вот интересно, а почему экран-то у него такой маленький здесь? На самом деле это не смешно. Ему ж больно. Ни разу не смешно. Лучше бы на его месте был какой-нибудь котяра. Осуждаю. Сейчас дизлайк за это поставлю. Не-не-не, я к тому, что у кота ж, мать его, бешеная реакция. И он бы с легкостью вернулся от этого крана. Ну ладно. Это ты назвал человека тормозом, да? Кота переехали. Хотя нет, ни хрена по нему вернулся. Бедный кот. Ладно. Хорош. Вы и так мы уже высказали по поводу этого кота. Так что предупреждаю сразу, в следующем видео олень нарвался сам. Прям сам? Ни хрена себе, бычара, блин. Это не олень, это бычара самая настоящая. Матерь оленя. Вот это напас. Жесть. Это страйк просто. Страйк. Клистом все опаснее и опаснее. Машина, столб, священник, олень. Что? Это там было такое? В конце концов. Слушайте, он так хотел его рубануть, что аж через машину перелез. Что он ему сделал? Товарищ олень, за что вы вырубили байкера? Я 5 гребаных часов проходил уровень в Dark Souls. Этот мудельник вырубил свет и все пропало. А почему именно он? Оправдан. Не знаю, почему и как это связано, но мне хочется это сделать. My name's Trevor. А еще обратите внимание на этот момент. Мне кажется, ли он... Он улыбается. Такой фотогеничный олень, такой, сбил чувака, такой... Базирует на камеру. Да. Батеньки, да вы посмотрите на его бицуху. Походу, батеньки, у него любимое слово было раньше. Быть может мне объяснить, это вообще олень, но судя по тому, что он сделал, в душе он еще тот олень. Но у него такие банки, что он на кенгурятин. Почему-то мне кажется, это какая-то корова, хрен его знает, перекачанная. Но больше смахивает. Но каким бы Рембо не был этот олень, Рембо. Владу Черепову он все-таки проиграл. Он сдох, а человек выжил? Я думал, чувак тоже сдохнет. После такого. Олень, живи! Типа тебе на олене больше нравится, чем кошки? Ну ты, конечно, да. Но вы не переживайте за него так. Он скоро поправится, и все с ним будет в порядке. Хорош! Поправится, говоришь?
Ну, зато он составит компанию коту. Да, шуткую я. А сейчас вам наглядная инструкция. Мне кажется, шаверма из оленятины — это не то, что все любят. Инструкция, как не стоит десантироваться из самолета. Это была не самая лучшая идея. Хотя от человека, у которого пряник на голове, большего ожидать и не стоило. Согласен. Особенно если это пряник из МВД. Кстати, если вы заметили, она в полицейской форме. А ну тогда я вообще не удивлен такому развитию событий. Один вопрос. Зачем ей понадобилось выходить из самолета посреди гребаного озера? Зачем ей вообще понадобилось лететь на самолете посреди гребаного озера? Меня этот вопрос больше волнует. Может быть, она выполняла какое-нибудь опасное задание? Я понял. Она, походу, агент 003. Ну или 2. Тут не разглядишь особо. Это он про размер. Харвард. Ну а пряник для конспирации. Только эта миссия невыполнима. Блин, народ, я тут понял. В каждом из предыдущих видосов отхватывает какой-нибудь один чувак. И я подумал, блин, как-то это неправильно. Надо, чтобы все отхватили сразу, да? И в следующем видео было бы лучше, если бы отгребли сразу двое. Я так и думал. О! Так. Закрыл. Прям хорошо. И у него появились звездочки ментовские, как будто он виноват. Это случайность. Возможно, я странный человек, но если я вижу опасность, то я движусь в другую, а не в сторону. Да? Но да? Логика NPC из GTA 5 прямо... А у нее ее нет. Противоположно. У них... Мне кажется, их прям тянет оказаться вместе, куда походу что-нибудь летит. Вот олень, например. Это у нас одни фейлы да неудачи. Ни одного видоса, куда можно было бы скриликса вставить. Так что ловите мега эпик скилл про батька момент. Давай. Go. Так. Минус АП, походу, да? Трек, кстати, вообще офигенный, мне он нравится прям очень. Я думал, здесь реально будет сейчас какой-то трюк, а этот чувак просто выпрыгнул с самолета и все. Даже ничего не сделал. Даже парашют не открыл. Окей. Это чистая случайность, и сейчас он где-нибудь поблизости заспамится и покажет вам скилл. Не успел. Чуваку прям везет. Шикарно. Заспамился. Талант, я же говорю. Прыгнуть сверху один раз, а умереть два, это вам не кран с чаем. А, стой! Это тот же самый вертолет! Это просто офигенно. Поймать. Тут нужен тонкий расчет. Да, для тех, кто еще не отдуплил, это был тот самый верх, которого он спрыгнул. А вы что думали, так просто киданули его и все? Нет, он вернется. И вернется покрытым. А сейчас время интерактивчика. Так. Дверь открой! Что происходит? В этом видео есть охранник, а как мы знаем, видео с охранниками скучными не бывает. Да? А упоротый конец этого момента я покажу вам в следующем эпизоде. А, ты что, охренел что ли? Я теперь хочу увидеть. Да, теперь я вам скажу, наверное, определенное количество просмотров. 7000 просмотров, 1000 лайков, будет вам реакция на следующий ролик. Потому что я хочу увидеть, что было дальше, вы что? Вместе с вашими упоротыми предположениями о том, что тут это забавно было. Также не забывайте присылать свои упоротые видосы на обзор. И жмите на эту упоротую кнопку подписки, чтобы не... Да вроде не упоротая, нормальная. Пропустить ничего упоротого. А сейчас давайте посмотрим, что же все-таки эти грабители исполнили. А, это с другого ролика, да? Watch me hit this door. Он как будто ржет, блин. Ему нравится. А, второй тоже, да? Было забавно на самом деле. Хоть голос у него здесь поставлен как-то по-другому. Ну, не поставлен, потому что молодой еще, неопытный. Но в любом случае, я просто проржался. Это было мега офигенно. Мало роликов на самом деле, потому что, ну, 5 минут всего идет. Но получилось прям офигенно. Я думаю, вы со мной согласитесь. К тому же, вы, скорее всего, это уже смотрели. Я смотрю первый раз. Очень понравилось. Game of the Fuck'у спасибо за то, что он продолжает пилить для нас годы контент. И становится он все лучше и лучше. А если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.